Нам нужна Бонни. Почему она не перезвонила? Нам это так на нее не похоже. Ты говорил с ней? Что она сказала? Должно же быть что-то, что она может сделать. Она что-нибудь придумает. Я, безусловно, знаю, что надгробие не просто кусок камня. Да неужели? Я задумалась. Все сильные заклинания требуют энергии. Повторяющихся элементов, вроде полной луны или кометы. Но это надгробие заполнено кровью твоей древней родственницы Кацу, или как ее там? Кетси. Она была достаточно сильной, чтобы создать ту сторону. И я спрашиваю снова, что получу я? Ты получишь то, чего хочешь больше всего на свете. Свободу и возможность выжить. По рукам, Бонни Беннет. Эй. Держи. Как ты чувствуешь себя? Боль не ушла. Горе и стыд. Теперь я понимаю. Но меня волнует то, что некоторые вещи нельзя изменить. И мне нужно что-то с этим делать. Елена, все, что тебе нужно, это покой. Отдохни пару дней. Или пару лет. Держи. Я устала отдыхать. Мне нужно готовиться. Мне еще столько нужно сделать. Эй, постой. О чем ты говоришь? А ты подумай, это же очевидно. Оглянись назад и вспомни, кто все это устроил. Разрушил наши жизни. Посмотрите на себя. Все, что с вами случилось из-за нее. Она притащила Клауса в Мистик Фоллс. Она превратила Кэролайн в вампира. Она убила моего брата. Все это сводится к ней. Кэтрин. Я так ее ненавижу. Думаю, он имел в виду другое. Елена, на Кэтрин не стоит тратить время. Ты потратишь хоть 10 минут на ненависть к ней, и она победит. Не победит, если я убью ее. I'm watching myself, drifting away.